Итак, проект каменной жопы. Старт 7.00. Точка сбора. Шортаж, кафешка, шаурмячная. Что значит каменные жопы? Ну, можно догадаться, учитывая пробег в 300 километров, приблизительный. А так маршрут у нас два водопада. Южаковский и в Озерном. Далее у нас идет петля смерти, так называемая, маршрут. Что мы имеем? Что будет? Что будет? Будем ехать медленно и долго. Это будет жестко. Что значит медленно и долго? У меня примерно 5500 ВТЧ. А тут у нас все соскребли, что только есть, 3500. Поэтому максималка у нас будет 35 км в час. И это будет очень долго и больно по хардкору. Взяли с собой легендарную лошадку АВ-404, точнее ее душу, а именно батарею, которую мы брали на ремонт. И сейчас она пройдет тест под нагрузкой на полный разряд. Как-то так, вот и посмотрим. Ну, конечно, блин, такая емкость на такую даль, не знаю, вывезет или нет телегу. Но у него пробег, правда, поменьше, и педальки есть. Ну, посмотрим, что это будет. Ну что, начнем? Начинаем. Шоу начинается. Вот туда мы поедем. У нас сегодня искусственные водопады. Это тоже рукотворный. Ёлы-палы. Что-то крутовасенько здесь. Можно и улететь.
морозный час. Батки АВ. Давай, детка. Сейчас она будет подключаться. А почему все так? А потому что сам байк уже на 14S переведен, а батка АВ 13. Пришлось хитрым образом сначала просадить основную по напруге, а теперь в игру вступает АВ. Что за фигня тут происходит? И тут что-то мутится. Хитрые мутки. Но будет ли все четко после них? Все, батка АВ подключена. Она в игре, правильно? Все, да. Отдавать своих 500. А с ними это будет вообще жестко, ну, блин. Это... Без них. Ты, это реально, это нитро, это закись азота, вот просто. Без батки АВ, да, все, конец.